Отопительный сезон в Хакасии под надзором полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Сегодня Сергей Миняйло провел селекторное совещание с губернаторами. Руководитель республики Валентин Коновалов доложил, в регионе есть ряд проблем с коммунальными объектами, в частности с регистрацией паровых котельных и высокая задолженность перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. При этом запас ресурсов к зиме сформирован более чем на 300%. Также глава Хакасии доложил, с начала отопительного сезона на объектах ЖКХ случилось 12 внештатных ситуаций. 7 инцидентов на сетях теплоснабжения, 4 инцидента на сетях водоснабжения и 1 инцидент на тепловых источниках. Все данные сбои были устранены аварийными бригадами в соответствии с нормативными сроками.